Во вторник вечером в жилом доме Ленинского округа произошел взрыв бытового газа. Хозяин квартиры погиб, пострадали 6 человек. На месте чрезвычайного происшествия работала наша съемочная группа. Обрушение двухэтажного кирпичного дома произошло в 19 часов 40 минут. На месте взрыва работали аварийно-спасательные службы города Омска, в том числе психологи МЧС России и Центра медицины катастроф. Вернутся ли омичи в злополучный дом, пока неизвестно. От взрыва газа он значительно пострадал. В результате этого взрыва две квартиры на втором этаже полностью разрушены. Обрушено чердачное перекрытие. На первом этаже частично пострадала одна квартира. В этом доме проживало 19 человек, из них 5 детей. По версии следствия, обрушение перекрытий между этажами произошло из-за утечки газа в одной из квартир дома. В момент взрыва, помимо предполагаемого виновника, здесь находилось еще 6 человек. Соседи вызвали сотрудников Омсгоргаза и участкового уполномоченного полиции. Характерный запах распространился по всей округе задолго до чрезвычайного происшествия. В течение дня вот я гуляла с собакой, рядом стояла машина вот газовиков. Все, бабушка ходила с племянником, гуляли. Говорит, возле соседнего дома пахнет газом. Нам говорили, что человек закрылся и включил дома газ. А, вот так, да. Просто газовая служба приехала сюда. Да, они уже днем это все знали. Нас никто не предупредил. Ни как бы не оградили, нас могли бы предупредить, мы хотя бы вышли из дома. Сейчас для жильцов обрушившегося дома открыты пункты временного проживания. На месте происшествия ведется обследование здания. Его результаты покажут, возможно ли восстановление жилого дома. В противном случае он подлежит сносу. По информации Следственного комитета, уже возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Рассматривается несколько версий случившегося. Алла Левина, Константин Ткачев, Игорь Шумов, Обком ТВ.